нас обратить внимание, что в руках букетик невесты. Дорогие наши невесты, куда же вы уходите? Красавицы! Не уходите! Смотрите, у нас есть такой букетик, который мы можем вам бросить. Или мы можем взять из зала тех невест, которые хотят срочно выйти замуж. Потому что у меня очень счастливая рука. Вот сколько раз вы бросали букеты, все живут счастливо. Есть предложение. Давайте всех незамужних девушек... Всех незамужних приглашаем. Всех. Хорошо. Все незамужние. А можно девочкам сюда красиво тоже? Девочки, вы такие красивые. Пусть на вас все полюбуются. Пожалуйста, выходите. Выходите. Пожалуйста, выходите. Все незамужние. И официанты тоже, пожалуйста, незамужние девушки. Если есть у нас, пожалуйста, все. Ну, даже если сейчас невеста, выходите. Скорее, да. Нам красавица. Отлично. Смотрите, какие у нас сегодня красотки все. А кто, ты будешь букет бросать? Нет, будет Кристина бросать букет, конечно. Я на традиционные слова. Кристиночка, покажу. Кристин, а можете тебя попросить на сцену выйти, Кристин? На сцену ей очень сложно, потому что мы еле спустились со сцены, простите. А где у нас будут девушки? Девушки, давайте вот сюда выходите, наверное, вот сюда. Вот сюда. Выходите, выходите. Несложно будет, несложно будет. Выходите все. Сколько незамужних девушек, господа, обратите внимание, сколько красивых незамужних, господа, поаплодируйте, пожалуйста. Это разве были аплодисменты? Господа, аплодисменты! Выйдите сюда. Представители тоже не замужем. И представители не замужем у нас. Он не замужем? Он холост. Я холост, да. Холост, кстати, да, незамужний. Да, мы обратите. Теперь, может быть, мы... Все очень чудно, у нас сейчас невесты разорвут. Директору по невесты, развитию. Невесты? Развиваться. Но... Развиваться директору по развитию. Давайте мы сейчас... Давайте, давайте. Девушки, так как счастье обычно падает с неба, поднимите ручки туда, к небу. Ой, какие ручки! Кристина, закрой глазки. Девочки, дорогие, вы готовы? Ловите свое счастье. И... Где эта невеста? Где эта улица? Где этот дом? Самая сильная девушка планеты. Никто не смог из ее рук вырвать букетик. Кристиночка, выходи. Знаешь, тебя пригласили. Я не знаю, кто пригласил. Я-то с тобой дома разберусь. Ну что, я не сказал сегодня. Знаешь, если бы я тебя увидел в таком платье, я бы тебе не подошел, я бы боялся. Хорошо, что я тебя увидел сначала без платья. Ну что, дорогие наши, вы сегодня главные молодожены на этом празднике. И вам почетное право что сделать, знаете? Разрезать торт. Разрезать свадебный торт и угостить всех гостей. Чтобы жизнь молодоженов всегда только сладкая. Маэстро, музыку, свадебный торт. О. Ну что же, если нам дадут нож... Возьмите, пожалуйста, ножик одной рукой, как я вместе. Нет. Мне сначала пусть очаровательная Кристина возьмет все? Нож. Вот. А моя твердая рука, натруженная долларами, возьмет руку прекрасной Кристины. И вот теперь... Нужно сделать 2-3 надреза на одном ярусе. Да вы что? Да, три. Только не на верхнем, потому что там... Не на верхнем? Ну, хорошо. Жаль лебедей как-то. А нам не жаль лебедей. Вообще на Руси всегда ели лебедей. Это нормально, я не за Гринпис. Итак, я за людей. Давай разрезаем. А где аплодисменты? Под аплодисменты гостей, молодожены, будущие молодожены разрезают свадебный торт. Маэстро музыку. Вы, кстати, знаете, почему три надреза делают? Вы слышали? Чтобы два кусочка было. Видите, он все расскажет. Да. Все продает, все жители. Я, кстати, сам безумно люблю свадьбы, потому что неоднократно женат. У меня трое детей еще будут. Еще будут обязательно. А может нам тарелочки тоже дать? Мы положили два кусочка, угостили друг друга. Давайте, пожалуйста. У Кристины трясутся ручки. Это я вам честно говорю. Не волнуйся, все будет хорошо. Давай. Давай тарелочку я положу. Смотри, у меня не дрогнула рука. Я, кстати, очень хорошо готовлю, так что...
С рецептом Михаила. Кристиша, куда ты пошла с кусочком? Это нам, не отдавай никому, я тебя прошу. Я тебе все расскажу, детка, не волнуйся. Кристиша, у тебя муж универсал, он умеет готовить, говорить в микрофон и нарезать торт. Это потрясающе. Это редкий талант. Сейчас упадет. Выдержи. Это было талантливо. И упадет. У Геннадия тоже трясутся руки, он умеет сладко. Я спокоен. Возьми вилочку, пожалуйста. Возьми вилочку, у меня возьми. Ну что ж, супер! Горько! Горько! А им-то уже хорошо, им-то уже сладко. Ну, а в общем, гасите свет, тушите свет, как говорится, а мы будем призы разыгрывать. Я прошу музыкантов нарезать торт и угостить всех гостей. Я прошу вас, дорогие мои, под аплодисменты зала, они уходят, у них начинается брачное воскресенье, понедельник. Неделя, праздник. Месяц, год и вся жизнь. Год, у них вся жизнь теперь медовая. Спасибо вам, ребята, спасибо. Дай Бог вам счастья, любви и наслаждений.